На кой черт ему танк? Что делать с этим танком? Энтин! Куда он делся? Он что, пьяный? Да.
издеваешься надо мной? Дай, господи, вообще ты пропадал? Мощь исчез. Именно то, что нужно. Дэнди! Бима! Кончуке! Шефер! Где Шефер? Не кончайся. Нейт! Они увели Шефера! Господи! Это все из-за кинжала! Я знаю! Эй! Не спорь, поехали! Ладно, тогда двигайся! Ладно! Наверняка ведущей машине. Надо догнать их, пока Лазаревич не убил Шефера. Ладно, есть идея. Что ты делаешь? Я расчищу путь. Садись за руль. Что? Садись, говорят. Тогда какого черта ты согнал меня с места водителя? Да, обстоятельства изменились. Ну да. Так, держи ровно. Хорошо. Вот так. Поехали. Еще поближе. Целый раз. Держись! Нейт! Держись! Я повис! Повис! Yeah, you're right.
выходило. Ведущая машина за ней! Держись! Ага, ну что, ублюдки, мы вам прищемим ход! О, черт! Они точно не выжили. Идем отсюда. Давай. Старые добрые времена. Похоже на то. Да, и что теперь? Надо идти в этот жуткий монастырь. Что еще? Там Шефер. Проклятие. А что происходит? Он у Лазаревича. О, нет. О. Ты готова к этому? Да, как всегда. Почти на месте. Все нормально? Ага. Так, теперь тихо. Красота. Мужчины. Нет-нет, я о горах говорю. Честно. Давай.